Нам очень важно, чтобы никто не опаздывал на митинг, митинг 14.00. Поэтому мы в эти шествия, сбор людей организовываем за час до проведения митинга, то есть с 13 часов. С 13 часов мы заполняем остановки, с 13 часов люди начинают прогуливаться по обозначенным улицам. За полчаса до проведения митинга начинают сверху вниз и снизу вверх двигаться к месту организации митинга. И когда люди не опаздывают, согласованно, вовремя двигаются, вы понимаете, что это будет большая масса, которой полиция не в состоянии справиться.